Звездный завтрак на радио Шансон. 10:13 в столице. В звездном завтраке сегодня наша любимая Юта. Доброе утро тебе еще раз. Девушка, которая может все, и певица, и композитор, и поэт, и продюсер. Ты продюсер? Крестиком не вышиваю. Не вышиваешь крестиком? Нет, забыла. Не, правда, ты продюсер? Да. Ты могла бы взяться за такой вот безуспешный проект, как Ионе Успенский? Я вчера ужинал с Линой Арифуллиной, она за меня берется уже. Не, у него нет шансов. У него нет серьезного отношения к работе. А Лина Арифуллина сказала все наоборот. Он серьезный, кстати говоря. Да, в каком месте он серьезный? Где он серьезный? Где ты, смотри? Где-то очень глубоко в душе. Знаешь, в чем я серьезен? Я серьезен в том, что у нас сегодня премьера. У нас новая рубрика в 2016 году. У нас был блиц-опрос всегда. И мы подумали, ну это неинтересно. Не, мы просто немножко устали от него. Надоело. И мы решили сделать так. Вопросы задаем не мы, а вопросы будет вытягивать сам гость. Вопросов у нас огромное количество. На все, конечно, ты не успеешь ответить. Хронометраж. Ага. Но радио. Насколько успеешь, настолько успеешь. Обычно, знаешь как, вытягивает что-то из шапки. Шапки мы не нашли. Мы нашли на пилотку. А я все думаю, зачем этот предмет здесь лежит? Да, и у нас новая рубрика «Звездная пилотка». Пилотка. Красивое название, да? Звездная пилотка. Так что, опуская туда руку, доставай вопрос. Доставай вопрос. Я отвечаю. Главное, честно. Озвучивай его. Озвучивай. Я бы хотела, чтобы меня поцеловала. Или поцеловала. Или поцеловала. Или поцеловала. Владимир Путин. Так, ух ты. Так. Нет, ты не торопись, давай. Я прям разволновалась. Когда в моей жизни не хватает романтики, я сижу дома, занавешиваю окна и соскучиваюсь. Соскучиваешься? Соскучиваюсь. Да, слушай, она решила все вопросы расщелкать. Мне нужно пожелать это. Я до сих пор не могу себе позволить дурачиться на людях. Почему? Подожди, давай это поговорим. Воспитание. Значит, мама воспитывала меня довольно строго, так. Серьезно, и я должна была быть хорошей девочкой, и до сих пор, понимаешь, когда я... Ну, ты все понимаешь. Подожди, ты в шоу-бизнесе, как это? Ты не любишь дурачиться на людях. В баре я первым делом смотрю по сторонам. И подожди, в баре первым делом смотришь по сторонам. Спрячь пилотку, она сейчас все вопросы достанет оттуда. На что обращаешь внимание? На напитки или на мужчин сразу? На мужчин. На мужчин. Бывали интересные встречи в барах? Никогда, ни разу. Ни разу. Не было такого, что, девушка, это вам от того кавказца за четвертым столиком. Кавказ. Ну просто кавказцы, они очень щедрые, мне кажется. Была история. Мы после концерта с моим баянистом Ренатом Насыровым поехали в ресторан. Отпраздновать это дело, сидели за столом, и вдруг наша компания сказала: доставай баян, будем петь. А ресторан был огромный, пафосный и дорогой. И мы с Риней, значит, спели «Любимый мой, лети как вольный ветер». Потом спели еще одну композицию, а потом еще. И вдруг приходит официант с бутылкой шампанского и говорит: это вам от наших гостей. Я подумала: о, заработали. Не деньгами, так шампанским. И правильно. Так, можно еще? Давай, только ты не торопись. И вот здесь нужно делать паузу, чтобы люди понимали, что вот здесь вопрос, который мы написали, заканчивается. Давай. Мне стыдно признаться в том, что... И дальше заканчивается, и теперь... Я иногда ковыряю в носу в машине. В машине? В пробке, когда стоишь, да? Да. То есть ты это делаешь неосознанно, в этот момент мысли где-то далеко-далеко, а люди такие, вокруг такие, другие водители такие... Это же Юта! Это же Юта! А потом на каких-то желтых страничках все это появляется. Я просто наблюдаю такое тонкое знание предмета, ты вот сейчас проявил вот это знание. Я чувствую, что не я одна. Да, всем. Скажи мне, пожалуйста. Я тоже автовладелец. Вот ты говоришь, что не можешь себе позволить дурачиться на людях, потому что воспитание. А в машине, когда одна, материшься ли? А, крайне редко. Крайне редко. Крайне редко, потому что здорово расхолаживает. Ну, на самом деле, горе-то не поможешь, да? Ну, если сейчас начать умничать, да, то надо всех любить. Проще ковырять в носу. В мозгу кого-нибудь. Оговорочка. Давай, вытягивай еще. Супер Фрейду. Ковырять в мозгу. Так, не торопись, давай, в детстве. Ну, здесь ничего смешного не будет. Нет, читай, поэтому давай. В детстве я хотела стать мастером спорта по художественной гимнастике. Ты ходила прямо на художественную гимнастику? Нет, хотела, там же написано. Ну, ходила же, наверное. Ходила. Значит, музыка перевесила на тот момент, но там была потрясающая история. Был Советский Союз, не было красивых купальников, и мы все как эти глисты ходили. В красненьких таких. Хлопковых, черных, некрасивых купальников. А в чем ходила Вина? Подожди, врубаешь телек, да, а там они все такие в разноцветных, блестящих, красивых лайкровых купальниках. И мне папа из какой-то поездки привез этот красивый купальник. В общем, на меня набежали все самые пафосные, самые крутые девчонки и стали предлагать: давай ты нам отдашь этот купальник, да, а мы тебе отдадим два каких-нибудь паршивеньких, но тоже голубых. Ты
повелась на это? Я не сломалась. До сих пор прям горжусь. Но меня выперли, у меня была попа толстовата для художественных. То есть до КМС даже не дошла? Не дошла. А булава сколько раз падала на тебя? На чью голову лучше спросить? На твою нет, да? Я же когда была маленькая, была очень ответственной и занималась прямо во дворе у собственной бабушки. Прям ходила во двор такая красавица с булавами. А местные мальчишки, они были злые и жестокие. И очень хотели меня обидеть. Я их просто лупила этими булавами. В общем, до какого-то предела это дошло. Я понял, что это бесполезно. Ну, вот у школы пошел такой, вот такое утро откровенности, так. Пожалуйста. Так, давай. Давай. Дальше. Еще один вопрос. Ну, давай. Так. Что вытянуло? Последний раз в кино я плакала, когда смотрела вот эти «Звездные войны», последний эпизод. Я поражаюсь, короче, я не очень сильно люблю голливудскую продукцию. Так. Угу. Но каждый раз я плачу в определенном заготовленном продюсерами месте. Так, это в какое место было в «Звездных войнах»? Ну подожди, не надо спойлерить, я же не видела еще. Я не помню, какое место, но я плачу даже, когда смотрю голливудские мультики там про Белоснежку. Ой, я тоже плачу. Я прям реву, да, потом тщательно делаю вид. Прикрываешься в зале, чтобы никто не увидел, что ты плачешь? Там все равно никто не видит. Хотя все равно все плачут. Все сидят, рыдают, утираются салфетками в этот момент, и я тоже с ними вместе плачу. Дайте мне это. Нет, там как-то просто раз так и слезы наворачиваются. Я не понимаю, как я механизм. Умеет делать. Там еще и музыка в этот момент соответствующая звучит, конечно. Плавая в бассейне, мне хочется, чтобы все исчезли, и я плавала одна. Умница! Совсем скоро мы продолжим пытать Юту нашими вопросами. А это еще не все? Нет. Звездный завтрак на радио Шансон. 10:27 в столице. Завтракаем, напомню, сегодня мы с Ютой. Ют, привет еще привет. Раз. Привет. Настроение. Прекрасно. Как? Прекрасно. Кайф. Ты такой, какой? Какой? Великолепно. Какое с нами еще может быть настроение? Ют, ты у нас первая в 2016 году у всех. Я открываю этот год. Да, кстати, я 1 января выступала на концерте под названием «Звезды шансона». 1 января, понимаешь? Ух ты. Это вот символично же, скажи. Наш любимый шансонье Юта, да. То есть раз ты 1 января выступала, а где ты была в ночь с 31 на 1? Я была в Зеленограде, выступала в городе Зеленоград на сцене, так. Пела. То есть родные страдали без тебя? Ну, они не сильно страдают, они привыкшие, понимаешь? А перед уходом наготовить салатов успела? Я наготовила все, что должна была наготовить любая нормальная мамаша. И ну, чего вот. Наготовила? Ну, конечно, два варианта селедки под шубой. Почему два? Ты расскажи. Потому что первый вариант по-маминому. То есть это, значит, свекла, селедка, морковочка, картошечка, майонез. Да? Угу. Так. А второй вариант по-свекровиному. Это селедка, лук, зеленое яблочко. Да, с яблоком вкусно. Без картошки. Так. Ух ты, какой интересный вопрос. Если бы ты сделала какой-то один вариант... Ну, майонез, понятно, да. Если бы сделала только один какой-то вариант, не была бы семейная ссора. Не уважила бы никто другую, конечно. Да, тут очень такой тонкий баланс, поэтому... А про каникулы новогодние? Ой, я до 4 числа работала, а потом, значит, у меня наступил период нирваны. Это, знаешь, когда я увезла своих за город, и за городом это снег, горка и больше ничего. Лошадки, я видела, лошадки, ты его фотографии в этом и фейсбуке. Дело происходило так, мы гуляли примерно до 4 часов, а потом приходили в номер и говорили друг другу, ну, сейчас, еще часик, еще вот чуть-чуть, и пойдем гулять дальше. И часик за часиком затягивался, и ближе к полуночи мы поняли, что мы съели все, мы пересмотрели весь телек, мы переваляли на всех кроватях, и уже пора спать. То есть это была нирвана полнейшая. Отдохнула. Отдохнула я. До которого числа это продолжалось? Недолго. Недолго. До следующего дня. Ну, вот такой вопрос, наверное, нескромный. Мы когда вернулись и первый день вышли, мы друг другу в эфире и всем, в общем-то, рассказали, кто сколько набрал за эти праздники. Есть ли у тебя такая проблема? Вообще не видно. Есть ли у тебя весы дома вообще? Весы есть, сознательно задвинуты под кровать и не используются. Но тут другое, тут не столько килограммы, сколько, пардон, прыщики. То. Потому да. что съеденное оно порой вылезает на лице, и ко мне подходит дочка вчера и говорит, мама, а почему ты на сцене, когда выступаешь со своей кудрёй, у тебя нет прыщиков? А сейчас есть. Кстати, про кудрю. Тут народ интересуется. Не хочешь ли ты поменять свою прическу? Это то улитка, то колосок, спрашивает Лена. Лена, да. Я вся такая непостоянная. Отлично. Так, хорошо. Ты же была недавно еще и участницей «Их разгуляя». Да. Не первый раз. И московского, и питерского? Да, да. Ну и как тебе, расскажи. Да потрясающе. До сих пор гуляю. Нет, класс. Это... Я, наверное, сейчас буду говорить общими фразами, которые говорят все артисты, да. Но это такой взрыв эмоций. Это такая радость. Это... Ну это просто кайф, потому что ты стоишь, ты стоишь на сцене, да, и ты занимаешься любимым делом. Вот ты когда-нибудь выступала, чтобы вот столько людей
людей было в зале? Больше там, порядка, около 14 тысяч, да, было? Ну да. Было, но... было у тебя такое же вот выступление по масштабам? Или это было первый раз, когда 14 тысяч человек, и ты выступаешь перед ними? Ну, фестиваль нашествия в моей жизни был раз 6, а там 1100 регулярно. А, там поэтому что? Нормально. Ну, из которых тебя слышат 1002. Но там же еще трансляция, поэтому на секундочку, извините. Не, остальные просто невменяемые. Ну ладно, это мы сейчас про другое вообще. Ань, у нас, значит, новая премьера. Мы решили на новая премьера. А, так. По полной программе. Но это, так знаешь, такое творческое издевание. Почетненько. Творческое. Давай, начинай. Ты же хорошо знаешь свои песни. Да. Наверное, слышала их в любом варианте. Да. И даже в ремиксе. И даже в ремиксе. Продолжай. Мы нашли вариант классический для издевок. Мы твои песни взяли и перевернули. Диджей Нестерова перевернула твою песню. Круто. Круто. Сейчас послушаем ее наоборот, и ты должна угадать, наушники, что это за песня. Вот теперь они и пригодятся как раз. А мы думали, зачем четвертые наушники? Для чего? Кому они нужны? Да, так, готова? Да. Ну, давай. Слушаешь свою песню, ну да. Это любимый мой. Ну, молодец. Ну, все же понятно. Так, подожди, у нас есть еще одна песня. Давай. Которую ты должна послушать. Мы знали, что первый ты легко угадаешь. Говорить можно, да? Да. Подруга. Ну, слушайте, я прям не так не играю. Да. Я надеюсь, что в следующий раз, когда придет Аня, мы уже перевернем другую песню. И вообще не ее. Не ее. Да. Я тебе маленькую подсказочку даю. У меня их порядка 120, поэтому есть что выбрать. То есть я могу все 120 возьмем. Ну, первое свидание непременно мы, конечно же, возьмем, перевернем, пока давай говорим о клипе. Да, клип... Знаешь, что самое клевое, что он очень нравится моим детям, и он очень нравится моей маме. А мама у меня человек строгий и с великолепным вкусом. Поэтому я делаю вывод, что клип у нас получился. Причем он нравится абсолютно любой аудитории. Там и детям, и подросткам, и людям более старшего возраста. И еще я лишний раз утвердилась в своем знании, что самые простые вещи делать труднее всего. То есть клип, он простой, по большому счету. Там нет наворотов, да, там нет никакой сумасшедшей графики. Но это все было так тщательно и с большими энергозатратами сделано, что результат меня радует. Специально приглашенная звезда была какая-то в клипе или только ты? Я самая главная звезда. А, там кто был? Кто-то был. Кто-то был там. Но мы его не видели. Давайте послушаем песню. Может, это лишь моя ошибка, может, самообман. Да, я знаю, счастье очень зыбко, и в голове туман. Мне едва знакомо, все так мило, и на исходе дня. Почему бы нет, ты 8 ждешь меня. Первое свидание. Потеряла сон. Я, наверное, слишком много знаю о нелюбви-любви. К черту опасений, ты уже в пути. Первое свидание — это словно лето посреди зимы. И бежит тепло по венам, ты, наверное, видишь мои сны. Первое свидание. Тепло по венам, ты, наверное, видишь мои сны. Первое свидание — это словно лето посреди зимы.
Радио Шансон. Слушает вся страна. Ну-ка, мечи, стаканы на стол, ну-ка, мечи, стаканы на стол, ну-ка, мечи, стаканы на стол, прочую посуду. Все говорят, что пить нельзя, все говорят, что пить нельзя, все говорят, что пить нельзя, я говорю, что буду. Пока темно, пока темно, рано с утра, пока темно, и мир еще в постели. Чтобы понять, куда идти, чтобы понять, зачем идти, без колебаний прими 100 грамм, и ты достигнешь цели. Ну-ка, мечи, стаканы на стол, ну-ка, мечи, стаканы на стол, ну-ка, мечи, стаканы на стол, и прочую посуду. Все говорят, что пить нельзя, все говорят, что пить нельзя, все говорят, что пить нельзя, я говорю, что буду. Боржу, поэтому я хожу, брожу. Если дойду до конца земли, пойду бродить по морю. Если сломается аппарат, стану пиратом и буду рад. Без колебаний пропью линкор, но флот не опозорю. Ну-ка, мечи, стаканы на стол, ну-ка, мечи, стаканы на стол и прочую посуду. Все говорят, что пить нельзя, все говорят, что пить нельзя, все говорят, что пить нельзя, я говорю, что буду. Ну-ка, мечи, стаканы на стол, ну-ка, мечи, стаканы на стол, ну-ка, мечи, стаканы на стол и прочую посуду. Все говорят, что пить нельзя, все говорят, что пить нельзя, все говорят, что пить нельзя, я говорю, что буду. Звездный завтрак на радио «Шансон». 10:38 московское время, а сегодня в «Звездном завтраке» певица Юта. Да, доброе утро тебе еще раз. Скажи мне, пожалуйста, как тебе понравился 2015 год в плане творческом, твой 2015 год? Офигенно. Довольна ли ты всем? Очень понравилось, прям был плодотворный, настоящий, было куча косяков, ошибок, было куча взлетов. Ну, то есть, прямо рывок некий внутренний был совершен. Так, что будет в 2016-м? Понятно, что загадывать-то глупо. Mm-hmm. Мы можем гадать-гадать, а случится по-другому. Хабараль может быть, да, и 20, да, да, поэтому, да. Но какие-то есть уже точные даты? Может быть, концертов, может быть, появлений где-то? Mm-hmm. Что уже запланировано? Ну, во-первых, ближайший сольник — это 27 февраля, клуб «Союз композиторов». Это программа «Оба Янда». Это я... Баян. Баян, клавиши Вадим Назарова и всячески интересные еще штуки-дрюки. Приходите, будет круто. Потом у нас запланирован тур по Уралу, по моему родному Уралу. Угу. Я же екатеринбургская девчонка. Нет, я свердловская Магнитогорск, мой город на Урале. Екатеринбург, начиная с 17 марта, Екатеринбург, Ижевск, Пермь, Челябинск и что-то еще. Короткая девичья память. В общем, заходите на сайт, да. Значит, планируется... Я тут села недавно, так, и решила подвести, ну, некий такой этот сборник, как сказать-то, идей. Угу. Ну, то есть ты вот едешь там в машине, и ты начинаешь что-то напевать на диктофон или там в записную книжку написывать, и вот куча всяческих таких заготовочек, угу, из которых нужно просто сесть и доделать песни. Их так много, прям разобрать все. А вот много — это сколько? Ведь есть же люди, у которых, знаешь, там в столе 300 песен, к которым они даже еще и не подбирались. У тебя сколько? Ну, я вообще пионер. У меня 7. 7 не заготовлено. 7 тоже хорошее число. Да, но уже почти. Вот, значит, что еще? Увеличить количество занятий под дзюдо у сына. Так, я думал, у тебя, да. Не, он меня будет учить. Потом девушки, дочки 5-летние, изъявили желание фигурным катанием заняться. Угу. Красиво. Это нужно, можно разориться на две пары вот коньков. Заметь, я музыкант, да, про музыку ни слова. Нет, дзюдо, фигурное катание. Ну подожди, ты же мать в первую очередь. А у них вообще есть способности музыкальные какие-то? Просто некоторые родители понимают, что не стоит в музыку пихать ребенка, если у него там отсутствует слух, там голос, еще что-то. У них есть какие-то задатки музыкальные или нет? Задатки есть, особого энтузиазма не наблюдаю, поэтому и сижу пока ровно. Ну опять же, пока. Пока. Друзьям совсем скоро вернемся.
«Звездный завтрак» на радио «Шансон». 10 часов и 47 минут в столице. Друзья, продолжаем завтракать с Ютой. Аня, у нас тут нападало вопросов, давай-ка отвечать. Давай. Помните ли вы свой первый поцелуй, спрашивает Ольга. Помню, он произошел поздно. Парень был такой небритый, и я была прям поражена. Думаю, ты чего, так всегда будет, что ли? Парень был небритый, но тем не менее ты испытывала к нему какие-то чувства? Да, чувства я испытывала, но вот после поцелуя как-то там все прошло. Охладилось, да. Имя помнишь хоть его? Конечно, Павел его звали. Павел? А фамилию ты знаешь? Ну зачем же? Паша. Страна должна знать своего героя. Любимчик Пашка. Пашка небритый, но все знают его. Хорошо, дальше. От Сергея вопрос. Аня, ты слушала в детстве песни жанра шансон, творчество кого из мэтров шансона тебе нравится? В детстве вопрос надо подчеркнуть. Азнавурян гений. Азнавурян, да. А потом, когда я немножко подросла, появился Трофим в моей жизни. Серьезно появился, и я прям зафанатела и начала свои песни писать. Вот так оно и было. А Вилли Иванович Токарев? Ты мне по секрету рассказывала, что да, там, была влюблена в его усы после Пашкиной небритости. Да-да, откуда ты знаешь-то? Сам присутствовал. Пора сорвать маску. Я Пашка! Я вернулся. Зачем ты сейчас попытался с себя сорвать лицо и кожу? Вот, кстати, на номер 1030 пришло такое сообщение. Для Юты есть песни «Скинь простой адрес». Написали, часто ли к тебе обращаются, что вот у меня есть стихи, у меня есть музыка. Не хотел бы ты, берешь Юта, ли ты вообще у людей чужие песни? Писем по 10 в день валятся ежедневно. Я очень долгое время отслушивала тщательно все в надежде найти бриллиант. Веришь, за 10 лет ни разу. Да ладно, ну ты же продюсер, есть какой-то вот хотя бы, ну, под бриллиант уж, я Малахиты не знаю, примерно, одни. Да. Не, я лучше открою, например, стихи Саши Волоха и наберусь оттуда там гениального. Приятно. Да. Вопрос от Саши Волоха, кстати, еще ждет впереди. Ага. Да, ну вот еще один вопрос Юти. Вышел ли обещанный клип на песню «Прости, прощай»? Интересуются люди. Слышь, как в воду глядят. А сегодня ночью получила предмастер, все понравилось. Так что прям в ближайшее время, прям скоро-скоро. Да. Ну это же прекрасно, это же отлично. А какие-то, может быть, я не знаю, тизеры, что ты раскроешь, секретики, где снимали, с кем снимали, кто снимал? Снимала замечательная команда с режиссером Еленой Новиковым. Снимали летом, долго доделывали, долго искали цвет, монтажные решения. Вот, в итоге все хорошо там. А ты вообще сама лезешь в эти процессы или позволяешь профессионалам самим все решать? Ну, я, как правило, сперва даю свободу действию. Покажите, что вы, как вы видите. А дальше включается тяжелая артиллерия. А потом начинаю рубить. Это не то, это не так. Этих убрать, это поменять. Декорации вообще дешевые. Ребята, я не сильно вам шеи давлю. Да, нет, ключевая фраза. Но я могу ошибаться. Отлично, друзья, скоро вернемся. Звездный завтрак на радио Шансон. 10:56 в Москве. Сегодня в звездном завтраке певица Юта. Хотел задать другой вопрос, но послушал песню и вот сразу. Тебе приходилось когда-нибудь вообще бить мужчин? Давать кому-нибудь заниматься рукоприкладством. Первый раз это со мной произошло в первом классе, когда я была очень боевая такая барышня. Меня обидел мальчик, и я, не раздумывая... Отлупила. Отлупила, да. А девочек била? Бывало, да. Бывало? Причем однажды даже попыталась сделать это с директором собственной школы, но плохо это закончилось. С криками «Своего люби! Своего люби!» Драчунья в эфире. Мы не о том целый час разговаривали. Это должен был быть первый вопрос нашей программы. Момент истины. В другой русло ушли. Под конец часа. Перед праздниками у нас в последнем, в 2015 году эфире был в гостях Александр Вулых. Он задал вопрос, не зная, кто у нас будет в эфире. То есть он не подозревал, что это будешь ты. Вот. И, соответственно, сейчас твоя задача очень проста. Ответить на вопрос Александра Булыха и задать следующему нашему гостю свой вопрос. Придумать его. Окей. Готово? Давай, готово. Наслаждайся. Вопрос такой. Когда Обама найдет свой барак? Надо же первое, что я сделаю, позвоню Саше и спрошу: Саша, ну что? За что? Ну, я думаю, что он впервые в жизни улыбнется искренне. Когда найдет? Когда найдет, да. А когда он найдет? Там вопрос был, когда? Когда рак на горе. Да, да. Понятно. Ответ, когда рак на горе свистнет. Вопрос. И теперь твой вопрос следующему нашему гостю. Мой вопрос. Что у вас бывает, когда очень хочется, да не дается? Ой.
Ну, бывает, ты знаешь, бывает, когда эклер через стекло, а денег нет. Хочется, но он не дается. Ну и прежде чем мы попрощаемся, как всегда, пожелания нашим слушателям. Ой, дорогие мои, я желаю нам всем благополучия, чтобы мы получали благо в большом количестве регулярно и как можно часто. Весомее. Ну да, да, регулярно. Регулярно. Я желаю здоровья, желаю, чтобы вот, вот этот вот, чё? А, чтобы рубль окреп. Отлично! Это была Юта в утреннем шоу «Настройка». Друзья, с вами прощаемся в понедельник. Услышимся. Лёня, Таня, Артём. Ой, можно я сделаю одну вещь, которую я мечтала всегда? А сейчас, друзья... Уикенд!